Старшеклассница Елена Анатольевна, класс руководитель 9 класса Одинцовского лицея номер 6 имени Александра Сергеевича Пушкина. На сцене лучшие из лучших. Заслуженные награды и поздравления принимает победительница педагогических конкурсов. 5 этапов, несколько месяцев активной работы, классные часы, открытые уроки, презентации, выступления и концерты. Ольга Васильева, преподаватель истории и обществознания 6-го лицея, мечтала о профессии учителя с детства. Говорит, общение с детьми заряжает и вдохновляет. Ребята из 9 А, которых взяла еще малышами-пятиклашками, за годы стали родными. А классное руководство считает своим призванием. Поэтому все этапы конкурса «Самый классный классный» прошла с легкостью и победила. Все было замечательно. Были замечательные коллеги, с которыми я участвовала в конкурсе. Я взяла очень многое от каждого из них. Мне помогали мои коллеги из лицея, наша уважаемая Ирина Георгиевна, директор, вся администрация. Поэтому, конечно же, мне было очень легко участвовать, и результатом моей работы была победа. Именно эти люди проводят с нашими детьми 5 дней в неделю. Учат, заботятся, сопереживают. Знают привычки, улавливают настроение, понимают порой без слов. И как бы далеко ни шагнул прогресс, эти навыки не заменит ни одно техническое устройство, компьютер или планшет, уверен глава муниципалитета Андрей Иванов. Я на 100% убежден, что детям необходимо быть рядом с учителем, что называется, видеть его глаза в глаза. Им постоянно, ежедневно нужен эмоциональный контакт со своим наставником, творческая дискуссия, дисциплина, конечно, выход к доске, умение встать лицом к аудитории, к своему классу. Пусть не всегда успешно, но это тоже хороший опыт. Учитель года, воспитатель года, педагог-психолог года, сердце отдают детям. В номинациях приняли участие 188 человек, 51 лауреат, 14 победителей. Чтобы достичь таких результатов, в профессии нужно выкладываться без остатка. Настоящий учитель, настоящий воспитатель, он не то что отдает те знания, которые предусмотрены, программы образовательно-нормативные, он отдает частичку своей души. Он раскрывает таланты детей, он раскрывает их человеческие качества, помогает им найти жизненный путь. И это дорогого стоит. Сами же виновники праздника говорят, профессиональные навыки и знания нарабатываются. А главное в работе с детьми совершенно другое. Для меня, как для педагога-психолога, это главное понимать ребенка. И дети нас вдохновляют, и почувствовать душу ребенка – это самое главное в нашей профессии педагога-психолога. Я учитель начальной школы, я первая встречаю на школьном пороге детей. Мне очень хочется, чтобы впечатления в школе были только светлые и радостные, чтобы ребенок, если не бежал, то хотя бы шел с радостью в школу. Любить, главное – любить. Если вы любите, все получится, и дети это чувствуют. Детей не обмануть никогда. А главное, обнимайте своих детей. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».